Housewives для каждого, автор старый Ирвин Эллисон. Править этой стройной удел уготовлено мне свыше, пиначат август. Ни один лист не пошевельнется в Чили, если я об этом не знаю. Он же. Даже тщательно подготовленный план ухода с поста может не удаться. Он же. Новости по Первому каналу уже третью неделю с Нового года передавали воодушевляющие патриотические вещи. Специальный выпуск 22 января 2024 года. Перейдем к основным новостям. В связи с чрезвычайной ситуацией после кризиса 2022 года, пенсионные выплаты, ранее сокращенные, теперь отменяются во всех регионах бессрочно и окончательно. Для пенсионеров и инвалидов всех рабочих категорий будут строиться работные дома и дома престарелых, чтобы обеспечить им достойную старость и право на труд в экономических интересах государства. Рассматривается идея льготного проезда для работающих пенсионеров и отмена пенсионных выплат для всех тех граждан, кто уже их получает. Все массовые незаконные митинги и протесты со стороны неорганизованного населения были подавлены силами ОМОН с арестом 80 тысяч граждан, которым были установлены сроки заключения от 5 до 15 лет в колониях строгого режима и трудовых лагерях. Более того, в Госдуме рассматривается проект снятия моратория на смертную казнь по статьям «Экстремизм» и «Бродяжничество», и планируется добавить статью «Незаконное проживание на местности вне населенных пунктов и корпоративно-рабочих объектов». Чтение по этому вопросу займет не более недели. В статью «Экстремизм» планируется включать любое прямое и косвенное сравнение нынешнего режима с гитлеровским, а звание действующего президента и чиновников с фюрером и другими званиями нацистской Германии. Также в нее планируется включить любое недовольство экономической и политической правовой политикой с правящей партии, их критикой и критикой их решения, также призывы к ограничению полномочий силовых и медицинских структур в отношении неприкосновенности частной и общественной жизни граждан страны. Также в связи с экономическим кризисом обязательная работа будет назначаться гражданам от 16 лет, и уклонение от нее будет преследоваться по утвержденным 16 июля 2023 года статьям УК РП. Уклонение от рабочей воинской обязанности и нежелание служить Родине. Наказание по каждой статье будет аналогично наказанию за уклонизм от армейской службы. Под статью «Государственная измена» попадает любой отказ от нанесения на тело идентификационного татуировок и наименование их печатью Антихриста или печатью Зверя, а также отказ от личного участия и участия родственников в правительственных экспериментах медико-биологического, психологического и экономического типов. Но в связи с особой тяжестью данного нарушения закона, карается заключение в исправительно-трудовых колониях на срок от 20 лет до пожизненного заключения. Для граждан после 16 до 18 лет будет оплачено государством проживание, питание и лечение, за исключением особо тяжких заболеваний, специальных подготовительно-трудовых лагерях с идеологически направленным воспитанием и тренировкой будущих солдат и работников во славу государства. Попытка бегства их таких лагерей будет наказуема по статье «Государственная измена». Поскольку заключенные в связи с кризисом обязуются как граждане сорта 2 и 3, заключенные по различным статьям УК РП, инвалиды, бывшие пенсионеры, атеисты, недостаточно активно поддерживающий режим, сами себя обеспечивать без каких-либо выплат от государства, то заключение в исправительно-трудовых учреждениях и медуслуги они обязаны оплачивать трудом, и при невозможности трудиться отдаются по статье «Нетрудоспособность».
на медицинские и армейские эксперименты до смерти. И их похороны будут проходить за счет живых родственников с обязательной церковной службой. Также в реестр экстремистских материалов официально включены следующие книги. «Страна и правление московитов», описанные Генрихом фон Штаденом, автор Генрих фон Штаден. «Выбраковка», автор Дивов Олег. «Все книги Константина Крылова», он же Харитонов Михаил. «Все книги Калашникова Максима», он же Кучеренко Владимир. «Все книги Купцова Андрея Георгиевича». «Все книги Прибыловского Владимира». «Все книги Незорова Александра». «Все книги Никонова Александра». «Все сочинения Ленина Владимира». «Все сочинения Сталина Иосифа». «Москва, 1937, автор Фейхт Вангер Леон». «Все обзоры книг, прессы, фильмов и телесериалов, кроме утвержденных Министерством культуры РП». Теперь переходим к другим новостям. Решение продать Приморский край Китаю и Курильские острова с Сахалином в Японии для полного погашения кредитных и государственных долгов было встречено недостаточно радушно, поэтому в городах были арестованы 500 000 человек, теперь ожидающих суда по упоминаемым выше статьям. Прошение местного населения Закавказья и приграничных к Средней Азии, а именно Казахстана и Монголии со странами Кавказа, присоединиться к граничащим с ними государствами и перейти под их подданство. Полностью удовлетворено, государство больше нет долгов перед этими странами. Как показал пример Финляндии и присоединенной к ней Карелии в 2023 году, это мудрая политика. Также возврат Крыма и Донбасса Украине в том же году с льготными условиями торговли ресурсами со странами Европы это всецело подтверждает. Так говорил телевизор, который теперь смотрели камеры на самих устройствах, следили за этим и не смотрящих его или смотрящих с недоверием на лице вызывали соответствующие органы. Все граждане могучей страны. Благо принятый закон после протестов против отмены празднования 9 мая как оскорбляющего европейцев праздника это позволял в полной мере.